Приветствую вас. Ну, вам бы по-хорошему, конечно, изучить тему зависимости, потому что вы описываете как раз такие все признаки зависимости. Вот, вы описываете как раз таки все проявления созависимости, к сожалению, вот. И у созависимости всегда есть, конечно, причины. Это страх одиночества. Это чувство вины, это низкая самооценка, это проблема личных границ, это желание быть хорошей для всех людей. Ну, как для всех, ну вот, в основном. То есть это такое вот желание угождать людям. Вот. То есть проблематика, она вот в этом, как правило. А дальше. Вы говорите, что не можете допустить смерти человека, вот, но при этом как бы один из ключевых моментов заключается в том, что не вы несете ответственность за жизнь человека. Вот. Ну, соответственно, не вам решать жить ему умереть. А вы берете ответственность. Вот. И это, к сожалению, также свидетельствует о том, что вы имейте свои собственные личные трудности. Вот, ну, вот, как бы, трудности, связанные вот с, ну, со взаимодействием, со взаимоотношением с людьми, в том числе. Вот. Вот, собственно, и все. И до тех пор, пока, если вы считаете, что ответственны за то, что происходит с человеком, то до этих пор вы будете находиться, по сути, вот в этой ловушке, в которую вы сами себя поставили. И, на мой взгляд, поставили вы себя, ну, в эту ловушку, в эту позицию совершенно не случайно. Вот.
То есть, опять же, не случайно вы выбрали такого мужчину, да, не случайно вы там довольно продолжительное время терпели от него какое-то такое вот негативное к себе отношение. Вот все это было, ну, явно не случайно. Вот, поэтому изучите тему, пожалуйста, созависимости, вот. И когда, если вы ее изучите, вы уже более-менее для себя поймете, как вам поступать в этой ситуации, что вам делать. Вот, в принципе, все. То есть, вот. Каким бы ни был человек, я не могу допустить его смерти. То есть, вот здесь вы берете как бы на себя ответственность больше, чем можете вынести. Значит, ну вот, в принципе, вот опять же вы говорите, что с родителями делиться тоже страшно. Вот это вот страх, за страхом нужно работать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.